Молданазар наконец-то представил свой новый, очень социальный клип. История любви, которая рассказывается из стен дома престарелых. Такая локация была выбрана не случайно. Конечно, очень жаль, что сейчас в домах престарелых увеличивается число постояльцев. И мы решили снять такой клип, чтобы как-то повлиять на то, чтобы дети и родители оставались вместе. Примечательно, что сам певец в клипе играет далеко не главную роль. А это такая история любви, которая продолжается, да, всю жизнь, даже после смерти. И здесь, мне кажется, показывать звезду артиста не совсем обязательно. То есть это даже, оно бы было немного неуместно. Идея клипа у режиссера возникла сразу же после прослушивания песни «Озунгана». Композиция в лучших традициях депрессивного синтепопа очевидно вдохновляет. Первая мысль, которая пришла в голову, когда я услышал эту музыку, мне сразу пришел образ такой бабушки, которая скучает по своей первой любви, которая вот в одиночестве, да, проводит свои дни. И вот именно вот эта музыка, она и была катализатором вот этой вот идеи. Клип презентован, и пора идти дальше. Ведь на подходе у Молданазара целых 40 новых песен. Всему свое время, конечно же. Потихоньку буду выпускать и по возможности снимать клипы. Но это все не сразу. Что ж, будем ждать.